Привіт, ранкові! Зараз ми знаходимося у центрі активності «Старе місто» і говоримо з Станіславом Чорногором, легендою краматорської активності. Доброго ранку! Доброго ранку! Розкажіть, як ви допомагаєте Краматорську стати кращим? Наша організація «Фонд розвитку громади» працює з марта 2012 року, і вона вначале задумувалась про то, чтобы создавать как раз активности в городе, для того, чтобы заниматься неформальным образованием. И мы, в принципе, этим и занимались до начала войны. Уже начало войны заставило работать, как говорится, уже против войны, поэтому была основана 21 апреля 2014 года инициатива «СОС Краматорск», которая помогала на выезд людей из города. И уже с сентября месяца это было преобразовано в штаб помощи вынужденным переселенцам СОС Краматорск по помощи тем людям, которые приезжали уже в город Краматорск вынужденным переселенцам с оккупированной территории. И уже с теми людьми, которые пришли как волонтеры в штаб СОС Краматорск, и была реализована часть инициатив, которые работают на сегодняшний день. В том числе это СОС Краматорск, в том числе консультационное бюро. Мы работаем с организацией ЮНИСЕФ, работаем по различным культурным направлениям. У нас направлений много. А от розкажіть якісь знакові активності, які ви вважаєте, от які, може, там змінили частину міста взагалі. От, про такі можете розказати? Ну, я би так сказав, що для нашої організації важливі проєкти, які ми вважаємо достатньо знаковими для розвитку організації, я би не говорив громко про змінення частини міста, но знаковый для организации это была программа молодежных мини-грантов. Мы по Донецкой и Луганской области раздали 26 грантов по сумме до 20 тысяч гривен. В реализации этих инициатив приняло порядка 4500 человек. Безусловно, мы гордимся деятельностью нашего консультационного бюро, в которых работают эксперты с жизни города. И на сегодняшний день мы начинали с города Краматорска, деятельность консультационного бюро. На сегодняшний день мы уже работаем в 4 городах. Концепт оказался достаточно удачен и полезен для людей. Это город Краматорск, Дружковка, Константиновка и Торецк. И на следующий год, если получится возможность, мы бы хотели еще пойти в Бахмут, потому что этот концепт, он взят с Польши. В Польше это все тоже начиналось во время их перехода на развитие, и поэтому вот консультационное бюро мы бы хотели двигать. Несомненно, одним из основных и важных для нас действительно есть деятельность Центра местной активности «Старый город», на базе которого мы отрабатываем многие наши задумки, идеи, в том числе по образованию, по хендмейду, по залучению детей, подростков, по, собственно говоря, не люблю словосочетание, но я бы назвал бы это социальный бизнес. Здесь у нас при центре «Старый город» работает социальная майстерня из лент. Это там, где те люди, которые сами, те обычно считаются, что они требуют помощи, они сами работают и помогают делать другим. И в том числе они работают на то, чтобы работал центр «Старый город». Это 12 мастериц. Самая молодая из них Настенька, ей всего 53 годочка, а самая старшая Анне Федоровне 83. И эти люди действительно находят себе силы для того, чтобы своим трудом, своей работой делать и поддерживать в том числе деятельность старого города. А расскажите, какие сейчас активности вы проводите у Краматорска? На сегодняшний день у нас продолжает работать консультационное бюро. И так, сейчас еще раз спрашивай. Какие сейчас активности вы проводите у Краматорска? На сегодняшний день у нас работает консультационное бюро. В детской библиотеке мы устанавливаем видеокамеры по программе «Безопасный город» в 6 школах и одном детском саду города Краматорска. Я думаю, в конце мая мы их запустим. И это будет первым кирпичиком в общую систему безопасности города Краматорска, потому что планируется во всех школах Краматорска установка камер, планируется создание центра
большого видеонаблюдения за городом, плюс этот будет подключена туда система видеонаблюдения МВД, поэтому это большой, интересный, перспективный проект именно для города. И понятно, что работает центр «Старый город», и, конечно, хочется расширить больше его деятельность и делать это не только в старом городе, но и пойти работать и в другие части города, на Лазурный центр города, на Даманский, на Станкострой, потому что та проблема, которую решает наш центр, она касается абсолютно всех частей города. Важная проблема у людей пожилого возраста – это фактически одиночество. И поэтому мы решаем задачу. Люди общаются друг с другом, люди приносят пользу, люди начинают дружить между собой, и люди, по большому счету, занимаются и общественно полезным трудом. А от розкажіть, як люди сприймають ваші активності, які ви роблять, і ставляться от особисто до громадських активістів? Если говорить про деятельность вообще общественных организаций, то люди в большинстве своем относятся позитивно. Мы проводили опытывание в прошлом году вместе по технологии от Киевского международного института социологии. Мы это проводили вместе с исполкомом Краматорского горсовета. Называлось «Опытывание потреб громады». И среди прочих, это было и онлайн, и офлайн опытывание, в том числе и бумажные анкеты, электронные анкеты, достаточно большие. В офлайне мы опросили 452 человека, и по анкетам нам вернулось 358. Но я скажу, что если про нашу организацию вообще слышала больше половины, там 53%, а внятно могут сказать о том, чем мы конкретно занимаемся, всего 15-17%. Поэтому мы видим тоже, с одной стороны, свои недоработки, но с другой стороны, подавляющее большинство опрошенных высоко оценивают деятельность, которую проводят общественные организации в городе. Потому что организации, как правило, закрывают своей работой то, что они доделают власть либо местная, либо областная, либо какие-то государственные структуры. Например, я бы так сказал, те субботники, которые проводятся каждую весну, на самом деле это, по сути, люди своим трудом, жители города, закрывают то, что они делают своевременно коммунальщики. Говорим прямо. Либо, например, работа с животными – это то, что не доделывают уполномоченные на это коммунальные службы. В случае с Краматорском – это, например, коммунальное ТП. Либо, например, вместе с нами Центр местной активности – мы не доделываем то, что должны делать органы опеки населения. Но, с другой стороны, они тоже поставлены такие рамки, что они юридически не могут делать. Например, есть территориальный центр при управлении труда социальной защиты. И пожилые люди могут туда прийти, но они туда могут прийти при наличии справки от врача, который разрешает им посещать. И в течение одного года они могут приходить в этот центр всего лишь в течение одного месяца. Потому что людей много, ресурсов мало, и поэтому эти люди в том числе едут к нам. У нас есть, скажем так, наши патриархи старого города, которые сюда к нам уже ходят на протяжении 2,5 лет, например. Ну, поэтому так. Ми поговорили з Станіславом Чорногором, який розповів нам про потенціал Краматорська, майбутні активності та проблеми, які є у нашому місті.